Вот скрипит горшок. Вот трансформатор Tesla Catcher. Первичка 6,5 витков. Питается 19-20 вольт. То есть катчер вообще слабый. Но вот уже есть влияние на горшок. Вот катчер отключаю. Вот сколько катчер потребляет. Где-то 0,4-0,3 ампер. Ну вот, можно добиться, чтобы горшок не шипел. Вот, не шипит. Это 116 ватт лампы и где-то 20 ватт лампы. Ну а теперь катчер включаю. Немножко не. Стеллограф убираю. Катчер отключаю. Вот на ниже частоте. Нет, треска, когда выше превосходит. Тут появляется. То есть выше резонанс, а ниже резонанс. Так нет. Вот. Теперь катчер. Катчер немного усиливает. Он дотрагивается пальцем. Вот так и пропадает шипение. Она так ничего не действует. Включаю катчер и усиливается шипение. Так берусь, пропадает. Теперь померю частоту и скважность.
59 килогерц, скважинность 45%. Можно уменьшить скважинность. Сорок три. Еще. Тридцать. Сорок один. Тридцать шесть вроде бы на самом деле просто вот на этом показывает 36, а на этом 42. Ну так как-то наводки больше идут. Думаю. Вот на этом 40 показывает, где на драйвер идет. Начинают всякие наводки. На этом 35. Включаю качер. Качера частоту замерю. 1,721 мегагерц. 1,714. Сувай феритик.